В Якутске пройдет фестиваль ледяного плавания. В это воскресенье по всей стране отметят День полярника. В столице республики к дате приурочат заплыв экстремалов через реку Лену. Чемпионат по плаванию в холодной воде традиционно проводит региональная общественная организация «Якутская Арктика». А сегодня прошла репетиция заплыва. Пловцы продемонстрировали свою подготовку, силу воли и стойкость духа. Заплыв стартует 21 мая от городской дамбы в 2 часа дня. У участников будет возможность выбрать одну из трех дистанций – 40, 85 и 220 метров. В прошлом году в соревнованиях приняли участие 10 любителей плавания в холодной воде, среди которых была одна женщина. Отлично. Амурская ассоциация полярников вот прибыли для проведения Всероссийского дня полярника, и в рамках которого пройдет международная акция по пути светильной кенти от Иркутска до Аляски. Здесь в условиях Арктики можно закаляться, оздоравливаться и плавать в холодной воде. Мы хотим еще пользуясь случаем пригласить всех желающих. Будет очень хорошая погода. Прийти, проплыть 40 метров, посвященного вот Дню полярника. 85 метров – это северная дрейфующая станция в этом году исполняется. Ну а 220 метров, кто осилит, это в честь памяти святителя Иннокентия, митрополита Московского, Коломенского и апостола Сибири и Америки.